Более 60 бесхозных автомобилей эвакуировали с городских дворов с 2020 года. Специальная комиссия выезжает на осмотр транспортных средств по заявлению горожан. Поступило обращение жителя города, да, мы приехали на место, видим, что машина разукомплектована, разбиты у нее задние фонари, колеса, в принципе, тоже спущены, и она полностью имеет вид, ну, заброшенки. После визуального осмотра составляется акт. Запрос направляется в госавтоинспекцию, чтобы найти владельца. Собственнику дается 30 дней, чтобы он убрал авто. Если собственника не определяем и никто добровольно в определенное время не переместил этот автомобиль, то оно перемещается на специализированную стоянку, где определенное время стоит, после чего департамент обращается в суд о признании данного автомобиля бесхозяйным и дальнейшая утилизация. В ходе рейда комиссия осмотрела 11 транспортных средств, все с признаками брошенных. Информацию о таких автомобилях можно направлять на электронную почту департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Игорь Шмелев, Рамазан Бурниев, телерадиокомпания «Юганск».